И Живчанка, как и многие, размещала в интернете семейные фото. Вот только судебная экспертиза признала их порнографией. Девушку осудили условно. Нефтяной резервуар на 5000 тонн нефти загорелся на Гремихинском месторождении. В Удмуртнефти уверяют, что он был выведен из эксплуатации. ВИЧ-инфекцию обнаружили у 3-летнего ребенка в Воткинске. Заразила его собственная мать, хотя на момент родов оба были здоровы. Девушка начала принимать наркотики и передала вирус малышу через грудное молоко. Глава администрации Балезинского района Удмуртии Сергей Князев подал в отставку. Он был отстранен от исполнения обязанностей после возбуждения уголовного дела за взятку сотруднику ГИБДД. Дороги Удмуртии вспучило из-за водонасыщения грунтов. Глава Миндортранса Виктор Вахрамеев заявил, что такого не было за весь его 40-летний стаж. Пучины пошли по всем типам дорог. Ситуация серьезная.